Привет, я Шок. И сегодня мы сыграли на карте Dust 2 с очень интересным сценарием. Мы повторяли один и тот же раунд на протяжении всей гребаной игры. Сегодня мы увидим, насколько это работает, можно ли выигрывать игры с таким расчетом. И в какой момент противники поймут, что что-то идет неладное. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим роликом, если вам нравится такая рубрика. Ну а в комментариях напишите, на какой карте записать следующий выпуск. Пока мы еще думаем. Желаю приятного просмотра и, самое главное, аппетита. Приступаем. Ребятки, мы сделали изменения. Мы поняли, что играть под А — это убийство, и сейчас будем играть под Б. Кто что делает? Я кидаю смок на двери. Занимаем такую позицию, после чего целимся вот в это пятно и кидаем. И после этого кидаю две флешки вот по этому пятну. Раз и два. Брат кидает у нас смок в окно, после чего накидывает флешки. Смок, кстати, не из простых. И флешка просто об стенку. Плюс В у нас смотрит нижнюю темку. И после чего накинет флешку на выход. Супер кидает смок на танцпол. А Dangerful дополняет этот смок и занимает левую часть танцпола. Давайте посмотрим, как это все выглядит общей картиной. Раз, два, три. Выглядит все очень хорошо, ребятки. Предлагаю начинать фейст. Кстати, прямо сейчас мы разыгрываем 3 АК-47 буйства красок. Все это проходит в моем телеграм-канале, ссылка есть в описании этого ролика. Давайте работаем, команда. Работаем, команда. Так, давайте на пистолетке. Надо нижнюю темку законтрить. Не забываем, законтрить значит не пушить, а просто законтрить. Все, кидаем, раскидываем. Флешка от стенки. Ждем, пока все рассеется. О, полетели флешки. Это Б. Никого нет, я... Реально? Они походу лом запушили. Они думают, что мы будем всегда играть на, я понял. Танал. Еще танал. Еще один. Нет, танала больше нет. А я ж попал! Молодцы. Давай мид запушим себе. А. Фулба. Ну, блядь, синий последний, иди, мы мид уйдем. Никто не пушит? Тест мур. Так, не очень контролируется. Гоу, 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 гоу. Тэшка, сзади, тэшка. Сзади все, трое, сзади трое, все. Трое. Да хоть кого-нибудь! Ну вы что, ни одного не убили? Давайте, уходи сюда. Да все, просто кидай. Я не могу. Чел, тут я впервые в жизни это вижу. Я это вижу впервые в жизни. Они на Титанике все. Чел нижний. Псих, тогда мы с тобой халдим, помнишь, Тиспау? Остальная братва по углам. Где они, блин? Им страшно. Давайте на минуте пойдем. Ты че, Б, что ли? Они там закатовку какую-то Б сюда делают, слышишь? Снизь Б, похуй. Брось мид, снизь Б. Все, кидаем, когда он так стоит. Б раскидывает. Ну да, они закатовки делают. Флешка полетела. Флешка вторая полетела. Вот это флешки, вот это. Плент. Вообще не все в блайзе, без шансов. Да, без шансов здесь было. Это жесткие флешки, они тоже работают. Готовы? Да, давай. Да. Вот. Знаешь, что они делают, блядь? Смотри, стоит, блять! Да ты, я стою. Ну чё, домики, блять? Можно выходить, можно выходить. Еще один, еще с дробью. Можно. Ебать. Молодцы. Окно. В смоке, может быть. Молодец. Понял, они, блядь, закатовку делают. Слышь, возьми молик, Ром. Возьми обязательно молик. Это пи***. Они там поняли, я выхожу, они там все стоят, блядь. Они умные, все, они поняли. Да, смотри, кидает туда, где кидаем. Блядь. Дай молик срочно. Дай молик, они там. Они топают там. Дай молик, блядь. И кинул его. Он второй кинул. Давайте раскидываем. Давайте раскидываем. Давайте, выходим. Где он? Сверху машина. Молодцы. Они забрали на Б ходить, блядь. Раз, два, три. О, негер, ты там с поля пошел. А, еще. Ну нижний, блядь, сюда. Пора флешки ломки, я считаю, потому что они в пятером тут. Они два нижние и три верхние были, 100% сейчас. И сразу, и давайте, и сразу плюс В обратно. Все, плюс В обратно.
Сука. Бля, интересная игра. Четыре флешки, бля. Только оружие в руках. Сейчас, сейчас кто-то будет здесь справа либо слева. Буст, 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 буст. Дайте буст, дайте буст кто-нибудь. Никого. Сразу. Давайте, давайте, давайте. А это сейчас бой будет, блядь. Прикинь, забанят. Они реально ушли? Офигеть. Все, гений, гениально. Это Б раскид, блядь. Это та же хуйня, блядь. Двое, двое. Все. А это как 5 ножей почти. 30-е? Кинул, всё, кинул, хорошо, кинул флэш, нет. Они нас смочат. Они все там, без шансов. Блядь. Блядь. Справа. Справа и слева. Справа и слева. На коробке. Ты можешь ноузумом убить его и сразу убить ноускопом второго. И ноускопом второго. Он дверь. Окно, прямо сейчас окно. Либо дверь. Видит на машине. Пушит, 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 пушит. Просто, блядь, команда ничьей. Самая интересная игра в жизни, блядь. На, 4 флешки. Кинул, долгий скинул раз флешку, блядь. За коробкой, быстро. Пушит, пушит, пушит. Слева, слева чел, слева близко чел. Кар. Найс. Ну все, мы выиграли половину. Гоу, ножи. Да, пошли, по лангу. Они ни разу на лонг не пошли, понимаешь? Всю игру ни разу. Твари, блядь. Их надо закидывать всяким дерьмом туда, блядь, и выгонять. Last round. Только ножи берите. Да, 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 вообще без оружия идем. Ножи. Они лонг. Убивай, убивай. Это лонг? Это лонг. Фул, фул, фул. Давайте, идем. Но максимум, кто сейчас может быть, это КТ далеко. Да, так и есть. Ой, поставьте бомбу спокойно. Не успеют. Так, меня чудик, это так. Это было нормально. Это было нормально. Блядь. Мы, блядь, непобедимую их тактику ебали. А теперь давайте их покажем, что такое лонг ебашить. Все время? Все время. Ебашить ебучий лонг. На плюс В. Плюс В. Флешку дам охуенно. Ладно, ну, давайте фастом выигрывать эту игру. Охуенно. Слева, слева, чё, тип. Под боком. Выбежали вон. Не могу ничего сделать. Сорян. Добить, 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 добить. Сзади, за нож, бля, подводи! Добить, сзади, сзади! О, господи. Намурик. Упаяник, всё, и пушу он. Да, мне кажется, я могу и вот это взять. О. Выбеги. Она отомстить хочет. Выпрыгнул. Хорош! А, он за мной бежит на ноже. Да ничего, он с ножом, он с ножом. Не, он не с ножом, псих, он не с ножом, да бро. Осталась последняя надежда на этот страйк. Кидай раскид. Ну нормально, Пташка. Он близко может сидеть. Ты молодец. Какой ужас. Это опасно. Двое шорт, летят. Один шорт, а все, ласт шорт. Все, брат, готовься. Передумал. Стой. Ну, нож в руки, а ладно. Бля. Пиздец. Эрик, он боксе есть. Давай, я кину флеш, ты зарежешь его, готов? Давай. Давай, кинул. Идеально флеш. Блядь, если это для Ютуба, привет. Это пиздец, парни, ну блин. Нажимится у вас. Они реально на ножах? Да. Блять, ну давай, окей. О, я фуловый, пошли. Чел, кого ждал. Эээ.
Хорошо. Я его убил. Быстро, да? Нормально. Женя, блядь. Новый симпл, ё-моё. Хорош! Выберите плент, мы пойдем все в пятером туда. Сейчас они выбирают, и мы идем противоположно. Окей. Все, идем в пятером. А, все абсолютно друг на друга. Только очень тихо, они будут фастом идти сюда. Все, давайте. Да, это. Ничего, они на бафе. Парни, идите. Все тут. Кстати, они там, блядь, сороконожка ебаная, блядь. Там, походу, разделились их общение. Мидл обходит. Либо тоннел. Да, мидл. Нормально. Такая вот история, надеюсь, тебе она понравилась. Если ты не посмотрел предыдущий ролик на The Mirage, то, пожалуйста, тыкни по центру этого экрана, и ты сможешь перейти на этот ролик. С тобой был я, Эрик Шоков, и до следующего ролика. Пока.